Здравствуйте! Сегодня поговорим о препарате Ксифакам. Это нестероидный противовоспалительный препарат, который оказывает выраженное обезболивающее действие и уменьшает развитие воспалительного процесса. Выпускает в виде таблеток и лиофилизата для внутривенного и внутримышечного введения. В отличие от многих анальгетиков, Ксифакам не угнетает дыхание и не вызывает лекарственной зависимости. Но также, как и многие другие НПВС, оказывает местно раздражающее действие на желудочно-кишечный тракт, вследствие чего имеются нежелательные эффекты со стороны желудка. Назначают Ксифакам для кратковременного лечения легкого или умеренного острого болевого синдрома, для симптоматической терапии боли и воспаления на фоне остеоартрита, для симптоматической терапии боли и воспаления на фоне ревматоидного артрита. Дозировка. Назначают внутрь, запивая достаточным количеством жидкости. Необходимо помнить, что дозы и режим приема для всех пациентов должны быть основаны на индивидуальной реакции на препарат. При болевом синдроме доза составляет 8-16 мг в сутки, поделенная на 2-3 приема. Максимально рекомендованная дневная доза составляет 16 мг. При остеоартрите и ревматоидном артрите стартовая рекомендованная доза составляет 12 мг, поделенная на 2-3 приема. Поддерживающая доза не должна превышать 16 мг в день. Ксифакам не предназначен для применения у детей и подростков младше 18 лет, так как данных по его безопасности и эффективности недостаточно. Производитель – компания Takeda, Германия. Средняя стоимость препарата Ксифакам 10 таблеток составляет 220 рублей. Лиофилизат 5 флаконов – 650 рублей. Спасибо за просмотр и будьте здоровы!